Алиса, ты только посмотри, что я нашел. Что это? Конфеты? Да, зеленые конфеты с фруктовым вкусом. Мои самые любимые. Давай лакомиться. Но, Миша, мама не разрешает кушать нам сладости вечером. Она говорит, что сахар делает нас беспокойными. Да ну, сказочки все это. Бери быстрее конфетку, угощайся, а то я сам все съем. Ну ладно, вкуснятина. Мне попалось клубничное сердечко. А мне лимонный смайлик. Какая вкусная апельсиновая девочка. А у меня малиновые губки. Какой вкусный листик со вкусом груши. Ух ты, а мне попалось тройное сердечко со вкусом жвачки. Малыши, двойняшки, пора ложиться спать. А, что? Что это вы тут делаете? Лопаете конфеты? А кому я говорила, что конфеты на ночь кушать нельзя? Кто это меня не слушает? Ай-яй-яй! Ой, мамочка, мы больше не будем. Ладно, хорошо, я вам верю. Надеюсь, что это было в последний раз. Слушайте, малыши, уже вообще-то поздно, пора ложиться спать. Нужно переодеваться в пижамки. Что? Пижамки? Нет, никаких таких пижамок, я еще не наигрался. И я не наигралась. Ой, как же мне стало весело. Эй, Бэби-Бон, стойте, вы куда? Мы не будем спать. Да, мы будем играть в догонялки. Смотри, Алиса, я хожу на руках. Оп-о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 п. Ой, я тоже так могу. Это же проще простого. Малыши, перестаньте баловаться, послушайте меня. Вам пора спать. Но сейчас нам совсем не хочется спать. Миша, смотри. И-оп. О, я тоже так могу. И-оп. Да, похоже, мои малыши совсем не собираются ложиться спать. Ведь они переели сладкого. Ну что же, ничего не поделаешь. Придется мне дать им успокоительное. Алиса, догони меня! Сейчас! Стойте! Наконец-то я вас поймала! Мне придется дать вам успокоительное, иначе вы будете баловаться всю ночь. 5 капель Миши. И 5 капель Алисе. Что-то мне захотелось спать. И мне, похоже, я очень устала. Ну вот, это означает, что капли подействовали. Давайте я вас переодену, малыши, и уложу в кроватку. Сначала оденем Мишу. Вот в такую красивую голубую пижамку. Ну-ка, продевай свои ножки. Одну и другую. Вот так, молодец, ты готов. Иди сюда, нужно уступить очередь Алисе. Ложись, сейчас я одену тебя. Посмотри, какая симпатичная розовая пижамка. Тебе в ней будет очень удобно. Вот так, отлично. Пойдем, Алиса, быстрее, твой братик Миша уже в кроватке. Вот, ложись рядом с ним и засыпай. Держи свою пустышку. Фух, наконец-то мне удалось уложить спать моих шаловливых малышей. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!